Азербайджан планирует в будущем наряду с природным газом экспортировать в Европу и зеленую энергию. Об этом заявил министр энергетики Первиш Ахбазов на встрече с делегацией Греции во главе с министром окружающей среды и энергетики Константиносом Срекасом. Стороны обсудили вопросы, вытекающие из энергетического сотрудничества двух стран. Министр Шахбазов проинформировал коллегу о проводимых в Азербайджане работах по переходу на зеленую энергию. Также было подчеркнуто значение природного газа в переходный период. В контексте удвоения объемов поставок газа в Европу министр энергетики Азербайджана поделился информацией о месторождениях и запасах газа в стране. В свою очередь, греческий министр отметил, что южный газовый коридор имеет большое значение для Греции с точки зрения диверсификации источников газа и маршрутов.